Эй, всем привет, с вами Шет, и добро пожаловать на новую серию модпака Хексит. И мы продолжаем исследовать мега-крутую башню Гаста. Дом огромного короля Гастов. Мы в прошлой серии нашли дверь с ключами, которая ведет прямо к центру, ну, в центральную часть башни. Сейчас не могу ее показать, поднимусь повыше, тогда увидите. И в этой башне на самом верху обитает этот самый король. И нам нужно найти еще два ключика для этой двери. И вот сейчас мы, кстати, нашли... Мы нашли вход в эту крепость, господи. Мы нашли нормальный вход. Я, честно говоря, пробирался в эту башню так, что просто пропрыгивал вверх. Поднимался вверх на своем посохе электричества. Ну вот, и как-то... Не знаю, жил все спокойно. Оказывается, что тут в лесу есть вход в эту башню. Вот уж никогда этого бы не подумал. Ладно. Сейчас поднимаемся наверх. Вот сейчас, допустим, знаете, я свалился в самый низ, увидел этот вход, и сейчас мы будем, ну, без посоха работать. Будем подниматься именно так, как нужно. Так. Ну, по идее, что должно построиться? И что происходит? Может, ломать как-то можно? Почему? Почему они вот так вниз строятся? Они же должны наверх какую-то лесенку образовывать, да? Это же такие самостроительные блоки. Ну? Вот, вот типа того, вот. Вот, типа такого. Так, мы что-то активировали. Так, 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 хорошо, по идее, так и нужно. Так и нужно, все, я иду сюда. Фух, нафиг. Они еще и исчезают, знаете, вон, видите, они исчезают. Блин, ты круто. Только что вот это за блок, что я активировал? Черт знает. Вот это опять строит вниз. Что за глупость? Она должна туда строить, она не вниз должна строить. Или я что-то ошибаюсь, или я что-то не так делаю. Давайте, ладно. Давайте попробуем вот... Блин, вот эту штуку дезактивировать нельзя, да? О, мы ее сломать зато можем, лол. Лол, это было зря, наверное, но... Ну ладно, я ее сломал. Так, давайте попробуем. Может быть, без нее эта наша хрень будет строить нормально, не вниз, а вверх. Так, давай, включайся. Не, подождите. Они как-то... Почему они все стали строить вниз? Эй? Эй! И это строит... А, это тоже строит вниз! Господи! Что мне с этим делать? Что, как мне жить с этим? Я что, что-то сломал, что ли, в этом механизме? Нужно было... Блин, не знаю, нужно было как-то построить... Оставить этот блок? Он как-то что-то менял? Черт возьми, знаете, я вот не понимаю. Я не понимаю, ребят, как это сделать. Ладно, давайте, чтобы я там не говорил про то, что не надо пользоваться посохом. Пошло все это нафиг. Давай, залетай сюда. Фух, залетел. Так, скелет, пошел вон. Вот по идее, вот эти блоки, они что-то наверняка какую-то роль играют. Вот смотрите, он опять строит вниз. Почему ты опять строишь вниз? Надоел. Не строй вниз. Давай, вот туда. А, подождите, или он строит туда, куда я смотрю? Свободен. Даже не думай. Даже не думай по мне стрелять. Так, и может быть как-то вот так? Ты-дым? Вот, он опять стал строить. И... Ну за что? За что? Почему так быстро? Почему я так быстро упал? Да, блин, удивительно. Ладно, давайте еще раз попробуем. Пока наш посох еще не сломался, у нас есть еще возможность пробовать. Эй, вот здесь. Ладно, это уже мы на другой уровень уже пришли. Все, поднимаемся сюда. Фух, вылезаем отсюда, знаете. Ребят, я что-то вообще не смог разобраться нормально с этой штукой. Может быть, подождите, а может если... Вот так, посмотрю сюда. Смотрю сюда. Вот она вообще ничего не строит. И почему? Или они... Или нужно активировать и первую, потом вторую, и потом они как-то строят друг до друга. Ага, вообще не знаю, не могу понять, честно говоря, вообще не понимаю. Ладно, давайте подниматься выше. Все, поднимаемся наверх, на наши вершины. Так, эту кузницу мы уже видели, ей мы уже поудивлялись. Воу, голем, черт, мега-голем, уйди отсюда, отстань от меня, отстань, ты плохой. Ударил меня еще все-таки, зараза. Так, тут еще и гасты, эй, парни, ватсап, свободны. Так, мне нужен... Блин, тут ничего нету. Подождите, я тут уже что ли был? Гастики, отвалите. Да, я тут был. Я лутал эти сундуки. А, черт! Черт, я же это все уже облутал, я тут был. Ладно, давайте поднимемся повыше. Где у нас тут был вход в. Где у нас там была дверь с ключом? С ключами, до которой нужно ключи найти.
Так, ладно, нафиг. У меня была метка на этой двери. Телепортируюсь на нее. Все, метка 103. Вот. Вот мы наша дверь с ключами. И нам нужно найти еще два ключа. Два ключа. Где же вы можете быть? В какой стороне этой башни мне вас искать? Ну, давайте попробуем подняться вот здесь повыше. Может быть, это нам что-то даст? Господи, что же можно тратить? А, зачем что-то тратить? У меня же есть лонгшот. Джимс. Все, шикардос. Идеальная вещь, если вам нужно подняться на несколько блоков. Так, здрасте. Я бы хотел вам туда наверх подняться. Это возможно как-нибудь сделать, интересно? Давайте, оп. Да, скорее всего, возможно. Это как... Воу-воу-воу-воу-воу. Какой-то сломанный механизм, окей. Так, вот, а здесь я уже не был. Смотрите, тут новые двери. Там гаст. Так, и там может быть есть сундук. Может быть есть сундук, в котором будет ключ. А, черт. Вон там сундук сверху. Ну, гаст. Так, не смотри даже, не смотри на меня своими глазами. Так, нам нужно подняться повыше. Давайте попробуем проломать эти блоки. Конечно, это долго, и это вряд ли нужно делать так. Но иного выхода я тут не вижу. Так, о, и лонгшотом зацепимся, самый идеальный вариант. Ать, черт, почти. Давай. Сейчас вот так. Зацепился? А, отлично, все, шикардос. Так, и вот он наш сундук. Алмаз, еда, железное дерево, красная шерсть. Нет, все не то. Все не то. Нет. Ну почему белка тут делает? Что делает белка? Ты, наверное, за них. Ты против меня. Ладно, идем сюда. Нам нужно найти еще сундуки. Все, я въехал в эту суть этой башни. Тут просто есть куча мелких башен, в которых нужно искать сундуки. Ключ! Нашли ключ! Ура! Ура! Есть! Так, нужно положить сюда. И, кстати, давайте, может быть... Блин, даже вот не знаю. Эта башня, она огненная, она злая. Тут можно поджечься и умереть. Но я всерьез думаю переодеться в здешний сет. То есть ходить... Чтобы все было у меня по стилю. То есть, если это сумеречный лес, то я буду ходить в вещах из сумеречного леса. Так, нафига мне кожаные штаны? Давайте, наверное, выкинем то, что мне не понадобится никогда больше. По крайней мере, в этом мире. Так, вот это все вот заберите, оставьте себе. Так, а я себе возьму эти ботинки. Кстати, интересно, они сильные, нет? Конечно, сет мы потеряли свои преимущества сета. Давайте попробуем глянем, что у нас еще есть. Лайфстил. А, у нас, смотрите, у нас есть 3-4 лайфстила. Мы можем сейчас прямо и скрафтить себе нормальный сет. Уже полный. В смысле, до конца полный. То есть, чтобы у нас было все... А, стил лиф. Не лайфстил, а стил лиф. Ну, даже не знаю. Не, давайте, наверное, после босса я это сделаю. Потому что не хочу умирать от первого тычка гаста. Вот к наге мы пойдем уже тогда в нашем лайфстиле. Так, ладно, возвращаемся к двери. И ставим третий ключ. Опа. Так, и остался еще один ключик. Где бы нам его найти? Ладно, мы были вот в этой стороне. Вот здесь, там еще был проход, который я не облутал, не видел. Так, или не в этой стороне мы были, но так или иначе. А, не, в этой. Давай. Черт. Надо, чтобы я был над чем-нибудь. Над поверхностью. А, ну вот, я не хочу сейчас лайфстил одевать, потому что тут очень много огня. Это раз, а во-вторых, гасты, они скотина поджигающие. И это будет как бы чрезвычайно опасно. Чересчур, я бы сказал даже. Так, ладно, вот на еще дверь, которой мы не были. Вот тут мелкий гаст, зараза такая. Напугал меня опять. Эй! Так, снова башня. Тут гаст. Так, снова декорация. Опять декорация. Ну давайте, мне нужен еще один ключик. Еще один ключик, и мы сможем пробраться в центральную башню. Да, детка. Да, ура. Так, мы получили ключик, ну, возьмем эту броню. Наверное, давайте, блин, надо как-то это все... Нафиг. Сколько всего? Сколько у меня вещей, которые мне не нужны, а я их с собой таскаю? Вот самому даже страшно, странно, ей-богу. Вот зачем мне золотые эти все шмотки? Нет, это не нужно. Порошок, нафиг, цветочек... Нафиг нужен, господи, я не знаю, для чего нужен, так как это плазма оставим, это вроде полезная вещь. Ну что ж, всякие вот эти ништяки дорогие скинем сюда. Лайфстил, ключик оставим, так, вот это, так, порошок, опять порошок, я только что выкинул.
Ну, в принципе, все, остальное оставим здесь. Ладно, что ж, у нас есть новый ключ. Давайте, наверное, возвращаться к Кейдуру. Ставим новый ключик и посмотрим, куда же нас это все дело приведет. Та-дам! И дверь открывается! Есть! Так, нас встречает паук и скелет. Ага, идите все вон! Все вон! Я внутри башни Гаста! Есть! И тут мега-скелет! Господи, мега-скелет, умирай! Мега-скелет! Хорошо, что ты оружие не выкидываешь. Все, умирай. Не нужен ты мне раз, Гастик тоже не нужен два. Так, давайте, не знаю, давайте эксперимент. Эксперимент поедим. Почему называется эксперимент? Вот я не понимаю. Что-то такое экспериментального. Че, это что ли эксперимент Гастов? Или эксперимент Суперечного леса? Ать-па-па-па-па-па-па, скелетик, я тебя видел. Так, ну ладно, поднимаемся наверх. Че нас порадует башня Гаста. Вау. Как, что это здесь пусто? Почему это здесь пусто? Эй! Господи, все еще что-то открывается. И пустые сундуки, ребят. Почему сундуки пустые? Почему на меня агрится какой-то мелкий засранец? Так, ну ладно, допустим, это лабиринт, который надо пройти. Хорошо. Так, вот, мы его прошли. Ладушки. А здесь у нас что имеется? Оу, это что такое? Что это? Что? Почему оно появляется? Отстаньте. Я даже не знаю, нам нужно так делать или не нужно? Давайте попробуем пробраться вот таким вот боком. Таким кривым путем, но все-таки пройти через это все. Потому что я вообще не понимаю, куда это я попал. Раз, два и прошел. Все. Господи, вот какой-то блок стоит. О, боже ты мой. Мы снова столкнулись с этими непонятными строительными блоками. Ладушки. Блин, знаете, этот сумеречный мир и вот эти, да, ну, это какой-то... Мне что-то оттолкнуло. Мне что-то дал голод. Кто меня так пнул? Знаете, ребят, вот это мне очень напоминает какую-то карту. Словно я прохожу карту. Офигеть, какой клёвый мод «Сумеречный лес». Я никогда не думал, что он такой здоровский. Так. Ну и чего? Ну, блин, ну ладно, я поставил. Так, хорошо. Ой, фу-фу-фу-фу-фу! Фу-фу-фу-фу! Противный жук, отпусти меня! Так, ладно, зажгли одну. Давайте зажжем вторую. Может быть, их надо зажигать так по очереди? Тогда они что-то будут строить. Почему они сейчас ничего не строят? Я, по-моему, никогда не пойму, как это работает. Давайте сделаем вот так проще. Тадымс, давай, включайся. Ну вот серьезно, я и она... И вообще ничего не происходит. Блин, какая-то удивительная хрень. Во, а сейчас начал строить. Они были включены? Почему они были включены? Почему она строит вниз? Вот, и это... Почему вниз строят-то? Я не понимаю. В чем фишка этого всего? В чем смысл себя действия? Бред какой-то, вот, ей-богу. Ладно. Мы до тут достали лонгшотом? Есть. Так, давай. Опа. Ну, короче, будем считать, что так и должно быть. Мы будем с помощью лонгшота это проходить, знаете, как в каких-нибудь там консольных играх. То есть там от уступа к уступу прыгать на крюке. Вот, в принципе, это у нас и есть. Майнкрафт, черт возьми, почему ты стал таким консольным? Эй. Достанешь? О, достал, офигеть. Какой далекий, какой сильный крюк. Так, еще надо вот туда как-нибудь попасть. Эй, давай, дострелишь? Отлично. Так, и, в принципе, вон конец. Ай-яй-яй-яй, нет! Ну, нет! Есть, фух. А то он так заглючил странно, прям над огромной пропастью. Я бы шмякнулся и разбил бы все колени. Здрасте, тут что-то есть у вас? Блин, тут какие-то дырки в полу. И опять лабиринт. Ну, походу, знаете, по идее, это и есть уже... Вот мы и приближаемся к дому Гаста. Все больше и больше каких-то непонятных вещей происходит. Так, сундук. Не пустой? Они прямо издеваются. Почти пустой. Ай. Ай. Кто меня бьет? Господи, почему я тебя не видел? Мелкий паук. Еще один сундук. Ну да, спасибо. Оставили мне оставили мне травы. Семян чуть-чуть. Здрасте. Так, ну блин, но я открываю эти двери одной за другой. Вой, и мы прошли. Боже, неужели я тут был? Когда? Я тут забыть того не могло. Как, еще одна дверь с ключами? Эй, да нет, но это...
Это уже наглость, ребята, это наглость. Вот, мы уже в башне, мы в башне этого Гаста большого. Нам нужно пробраться прямо к нему. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Нет, не к вам, а к Гасту. Так, ладно. Эй, отстань, отстань, паук. Так, ладно, что-то как-то я думал, что эту башню можно пройти не спеша так спокойно, а походу я ошибся. Тут... Да, походу вот я все приближаюсь к этому Гасту, потому что... Все больше и больше мобов начинает появляться здесь. Все, хорош! Хорош десантироваться на меня. Мелкие засранцы. Вообще проходу не даете. Так, вот. Во, тинетишку. Тинетишка откуда-то поставилась. Все? Все? Да, господи, откуда их мерзкий, мерзопакостная сволочь. Так, блин, 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 монстры, монстры, вас тут слишком много. Да отстой ты, вы, господи, боже мой, пауки. Какие вы хитрые, маленькие. Маленькие, хитрые, противные. Фу, блин, я уже, знаете, я уже не боюсь больше этих пауков, они меня просто раздражают уже. Просто, ай, вот, вот эти жуки, это просто жуть. Ладно, давай еще раз динамит. Та-дамс. Ну? Так. Ну, давай, взорви. Ну ладно, нет, так нет. На нет и сюда нет. О, и это снова. Так, ну, и... И... Вон эта башня большая. Черт, нет, отстаньте, 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 отстаньте. А... Большая башня, хорошо, нам нужно как-то в нее пробраться. Там ключ, там опять нужно найти 4 ключа. Какая огромная башенка, вот серьезно. Так, мы вот тут где-нибудь есть ключики, эй? Ключики? Нет, видимо, нету, ладушки. Давайте тогда проходить, ну не знаю, сюда вот. Спустимся обратно. Я же правильно иду, а? Балкончик, нет, балкончик нам не нужен. Ту-т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 у. Ага, вот, да, я здесь поднялся. Блин. Знаете, может просто взять и сломать эту... В смысле, проход в эту башню. Конечно, я понимаю найти раз ключи, понимаю, понимаю, не знаю, мобов много, но вот искать вечно эти ключи, это же так задолбает. А, так, ладно, эй, отстань, паук. Ну ладно, вот, вот они, вот на эта крепость. Вот они, эти ключи, долбанные ключи. Слушайте, а можем вот так дверь сломать просто рядом? Только не говорите, что можем. Тогда, блин, весь смысл поиска ключей отпадает. Не, на самом деле, ну, я не хочу искать еще раз 4 ключа. Я так набегался по этой башне. Хотя, я думаю, у нас там будет ждать какой-нибудь сюрприз. Ну-ка. Давай-давай, ломай. Раз. И ломай два. Фух. Ну, будем считать, что так и должно было быть. Будем считать, что так и нужно пройти в эту башню. Ой, здрасте. Здрасте, Гастик. Ой, фига себе, да ты прямо... Ты маленький да удаленький. Стреляешься только так, как большой. Ой-ой-ой, нет-нет-нет, сюда не пойду. Сюда не пойду, отстаньте, отстаньте. Фу, плохой знак. Нам нужно подниматься наверх, я понял. Нужно... О, кузница. Опять кузница, ребят. Так, здесь опять уголь, уголь, уголь. И пусто. Ну и, короче, там, я думаю, тоже вряд ли какие инструменты будут в этих печках. Сундук. Вау. Еда. Золотые арбузы. Много еды. Вода. Верстак. А, здрасте, Гаст. Смотрите, это уже совершенно иного рода локация. Дерево. Блин, какое странное дерево. Хм. А его срубить можно? Вот. Так, мы его срубили и должны получить росток. Я хочу получить росток этого дерева и посадить его где-нибудь у себя. Даже вот, даже не один. Смотри, даже два ростка у нас есть. Отлично. Я думаю, попробую это дерево. Рейнбоу. Офигеть, Рейнбоу Ок. То есть это радужный дуб. Блин, это круто. Я тогда его посажу, наверное, у себя где-то рядом с домом. И в обычном мире, и в этом сумеречном. Так, ладно. Хей, what's up? Ха! Вот как нам нужно пробраться к этому Гасту. О, да, детка. Это будет весело. Как минимум весело. Так, и вон там этот пинч. Битл. Жук. Ой, фу-фу-фу-фу-фу. Мерзость, мерзость. Мерзость. Так, господи, ладно. Вы страшные люди. Пошли вон. Даже вы не люди. Вы ужасные засранцы. Ай. О, да. О, да, о, господи. Как... Что? Что? Кто меня так подкинул, а? Полегче, полегче, парни. Вы что делаете? Мы же все с вами нормальные люди. Ты, Гаст, вот ты можешь пойти в пень. Там ты, жук, тоже можешь пойти отсюда куда-нибудь вниз.
Все, свободен. Фух, ребят, ладно, знаете, наверное, я буду подниматься наверх уже в следующей серии. А сейчас, ну... Что ж, если вы здесь первый раз, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы, ставьте комментарии, рассказывайте о видео друзьям, это поможет развитию канала. Пишите комментарии, ставьте пальцы. Всем до новых встреч, всем пока-пока-пока. О, меня взял жук, меня растащил жук. Господи, дурак какой-то.